Всем привет, друзья! 8-й выпуск. Мы разобрали раму, полностью обварили, усилили и начали обшивать пластик. Итак, спереди мы усилили моторный отсек. На надрамник приварили каркас будущего капота. Сзади приварено поперечина с буксировочной скобой. Для изготовления облицовки был приобретен ABS-пластик толщиной 3 мм. Лист 1,5 на 2 метра стоил 1500. Часть пластика у нас уже готова, и сейчас мы его закрепим на раму. Для крепления пластика на раме приварены уши. Сейчас мы его будем крепить на саморезы. В дальнейшем, когда пластик будет подогнан, рама будет покрашена, мы уже его будем сажать на клепки. Сзади мы установим декоративные накладки из дюрали. Сейчас я вам расскажу, как мы придаем форму пластику. Для этого мы используем специальный аппарат, предназначенный для ремонта автомобильных бамперов. С помощью него можно и греть, и паять пластик. Также мы используем 2 железных уголка.
Благодаря данной нехитрой технологии гибки мы изготовили все элементы обшивки снегохода. Друзья, очень много приходило вопросов по конструкции тележки, поэтому сегодня мы к ней снова вернемся. А также сделаем небольшое сравнение с тележкой от 15-сильного снегохода. Как вы видите, тележка у нас уже покрашена и на ней наклепаны склизы. О склизах поподробнее. Склизы по периметру наклепаны в батай. Ролик относительно склиза выступает на 7 мм. Нос склиза притянут болтом. В комментариях задавали вопросы по надежности пластиковых катков. Сразу хочу заметить, что данные катки используются именно на склизово-катковой подвеске. Если вы собираете на катковой подвеске, то вы должны использовать усиленные катки. Что принципиально отличает наши тележки? Самое главное отличие – это наличие здесь ломающегося рычага. На тележке 15-сильного снегохода нет ломающегося рычага ввиду того, что используется короткая гусеница. Длина этой тележки 1350 мм. У этой тележки длина 1100 мм. По весу они одинаковые, 18 кг. Были вопросы, касаемые ресурса склизов и катков. Данная тележка откатала СИЗО. Как вы видите, на склизов износ минимальный. Катки также в порядке. Касаемо катков, я вам настоятельно рекомендую не использовать китайские подшипники. Работы с пластиком еще очень много. Это у нас пока черновой вариант. Далее мы окрашиваем раму, делаем полную сборку и ждем первого снега. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!